что, сегодня уже 14 февраля. Время где-то, сколько сейчас времени? 3 часа. 3 часа дня. Я только взяла вот телефон в руки, чтобы поснимать. Мы работаем. Марина, Вика. Настя приболела сегодня, не вышла. И с утра был такой активный пик продаж. Шли клиенты один за другим, забирали композиции. И мы стали паниковать, что нам не хватит рук, не хватит времени, не хватит готовых композиций. Мне пришлось быстросрочно искать кого-то еще в помощь. И вот Соня откликнулась, мы ее ждем. Сейчас она там отпросилась на работе, едет к нам. Так что у нас еще будут дополнительные руки, сила. Свежие силы сейчас придут к нам на помощь. Мы сделали красивые композиции в холодильнике много. Сейчас быстренько сделаю обзорчик такой. Например, вот композиция коробка-чемоданчик. Вот такая интересная. Я ее снимала, покажу. Тюльпаны, тюльпаны-попугай. Букет с хризантемами. Монобукет с тюльпанами, с гортензией, с розочками. В общем, много-много красоты продаем. И очень довольны, что клиентам нравится. Они уходят от нас счастливые, довольные. Ну и мы, соответственно, тоже рады и порадовать клиентов, и порадоваться нашим продажам. Последнее время я привожу тюльпанчики и вот такую интересную гвоздику Диантус, очень интересного цвета. Они задают нам вот такую цветовую гамму. Очень нравится нам это сочетание сине-сиреневое с малиновыми, с розовыми оттенками. И клиенты очень оценили тоже такое сочетание. Очень нравится, им быстро забирают. Только сделаем, уже забирают сразу с витрины. Смотрите, какой интересный тюльпанчик. Это пиановидный тюльпанчик. Он раскрылся и стал таким широким. И мы его аж подкрасили, поставили на воду. Даже двух цветов, синюю, потом розовую. Получился с таким интересным окрасом. И вот здесь не менее красивое сочетание. Тоже такое бело-голубая с добавлением желтого, яркие акценты. Здесь у нас гортензия, диантус, тюльпанчики пиановидные желтые, мимоза придает аромат, фрезия тоже придает аромат. И такое сочетание тоже нравится очень нашим клиентам и нам. Здесь у нас еще мы надуваем шарики, чтобы они были уже наготове с сердечками. Хорошо тоже забирают. Иногда сразу забирают вот эти все, говорит. И вот там мы еще понадували, тоже уже наготове стоят. А здесь у нас есть открытки. Вот такие орешки с предсказаниями для влюбленных. Пряники, сердечки. И вот такие котики. Мыльные композиции в виде сердца тоже несколько мы сделали. Вот такое интересное сделали. В деревянном подставке такая. Конфеты и пряник сердца. Вот такой интересный подарок может быть. Вот еще сердце. В общем, у нас сердца везде окружают нас. Магазин немножко украсили сердцами тоже. Потом сменим эти сердца на тюльпанчики. Ну и здесь тоже подарочные наборы сделали вот такие для влюбленных парочек. Что еще у нас для влюбленных? Ангелочки разные, их любят тоже на День Святого Валентина покупать. Мягкие игрушки уже смотрели, покупали их тоже вот здесь.
Ну, в общем, как-то так. Кэрри, птичка. Привет. Кэрри. Кэрри, привет. Как дела? Как дела, моя птичка? Как дела? Ты скучаешь? Скучаешь? Сегодня Кэрри сидит. Мы его не выпускали, потому что очень много людей. Да, Кэрри? Потерпишь? Сейчас я тебя вкусняшками угощу, чтобы порадовать тебя чем-то, да? Марина вот делает композицию с желто-красными оттенками. Добавила тюльпанчики, орхидею и розы. Вот здесь надо их как-то раздвинуть, а то они сильно соединились, слились в одно пятно. Надо ей сказать. Вика составляет композицию на заказ, голубо-белую. А я надуваю миллион шаров с сердечками. Уже надула здесь штук 20. Надо еще на заказ 28 шаров. Белых и красных с сердечками вот такие. Нам еще подъехала Соня. Свежие силы подошли. Уже сделала композицию на витринку. Уже работаю. Да. Уже попродавала. Да, Соня? Как настроение? Ну, огонь, конечно же. Конечно же, работаем. Так что еще не вечер. Ждем вечерних клиентов. И чтобы у нас витрина была пустая. У нас уже прошли все стадии принятия, непринятия. Страхи, сомнения. Ну, уже будет как есть. Так что все будет нормально. Забирают у нас эту композицию. Сейчас выбрали у нас по фотографии. На доставочку едет. И Вика сделала еще вот такую нежно-бело-голубую. Тоже по фотографии. Но у нас ее уже не было. Мы ее повторили. Да, Вик? Да. Она прям подходит, такая голубо-белая, как будто на рождение мальчика, на выписку. Очень подошла бы. Надо ее сфотографировать сейчас. Уже на чемоданчиках. На чемоданчиках пакую. Да. Места нет в магазине. Ну вот у тебя, тут занято, ты делала, да? Да. Делала композицию, но надо срочно делать букет. Уходите. Вот это вот, давайте вот это вот. Нет, продан уже. Ну что вы? Это же самое божественное, что я видел в жизни. Это на заказ. Сколько еще раз столько стоить будет сделать? А таких нет уже. Таких нет. Белые есть. Ну проходите. Есть красные, есть белые. Красные есть? 18-й чек был. 9, а здесь ножницы. 3, 4, 5, 6 и 6. Впечатление, пожалуйста. Людей мало, но много. Это понимаю. Как? Это как? Вот так, цветов вроде много продали, а вроде мало. Хотелось вроде больше, а вроде и устали. Угу. Ничего, ты поняла что-нибудь, Соня? Это уже пора отдыхать. Мало, но много. Много, но мало. Ну, мы вроде устали, а хотелось больше. Правда же? Конечно. Сейчас Тамара еще расстроится. Вот и поговорили. Конечно, хотелось больше.
пачки роз осталось. Да. Так. О, нет, больше. А так-то хотелось больше. И всю витрину хотелось самую красивую продать. А у нас она еще стоит. Удивительно, что кустовые розы не купили. Их всегда первыми забирают, да? Да. Вика еще крутит букетик. Досталось. Он, кстати, Вики ведет. Самая работящая у нас Виктория. А я как-то я готова еще столько же проработать. А, она не сегодня проходит. Она ничего не ела сегодня. Вот, надо вас не кормить. Ну, вообще, да, поплыла. После еды спать хочется. Правда. Вот у Вики сколько сил. Кошмар. Да я не знаю, сама удивлена. Завтра придет. Какая улыбка. Я просто сова, просто сова. Я ночью работаю, а утром я вообще никакая. Не наоборот. Ну, я что могу сказать? Свои впечатления могу сказать. Что... Да хотелось бы больше, кстати. Вот мне показалось, что в этом году как будто бы поменьше люди поздравляют с этим праздником. Ну, мне так показалось. Не наш же праздник. Да, пересылают сообщения, что это не наш праздник, проливали, все такое, что пропаганда, подождите 8 марта. Так что мне показалось, что людей меньше в этом году. Но за счет того, что цены поднялись в сравнении с прошлым годом, то выручка, в принципе, нормальная. Но это за счет того, что выросли цены на цветы. Вот. Ну, еще вчера я боялась совсем, что все будет плохо. И сегодня утром боялась, и днем, но к вечеру уже все успокоилось. Сейчас, в принципе, в холодильнике осталось столько, сколько у нас в обычный будничный день. Так что работаем, завтра обычный день, продолжаем. Завтра, может быть, еще опозданные придут, те, кого, кто получил, за кто не принес цветочки. Придут и купят еще пару дорогих букетов, так что все нормально. Да? Да, да, мы так и думаем. Да, Марина? Сколько, не знаю. Кирилл у нас сегодня. Помощник. Помощник. Доставка сколько? 200 рублей. 600. Да. Помогает нам, все букетики доставил. По гидрострою. А там уже любовь с персиком. Пойду поснимаю. Ну-ка, ну-ка. Персика моего залюбили. Я ему руку поставила, он начал залазить. Он к вам просто хочет. Ой, к маме хочет. Это моя собака, персик. Все его любят, да. У нас еще здесь персик в гости приходит. Вот такой вот. Да? Вот так у нас тут много животных. Попугай, хомяки, собака. А Марина еще просит кошечку. Кошечку было бы очень хорошо. У нас здесь атмосфера под кошечку. Да, чтобы она лежала на стульчике. Да, на стульчике возле Кэрри. Да, а Кэрри куда мы прячем от кошечки? В клетке. А он себя в обиду не даст. Так Кэрри все боятся. Кто чихает? И Кэрри никого не боится. Интересно, мои руки. Вот так. Сейчас будем пить шампанское, нам Андрей принес. Как бы там ни было, все молодцы, отработали. Всех с праздником, с днем влюбленных. Ура! Ура! Наконец-таки у нас праздник к концу дня. Ну, я же говорила, мы как смогли, так и отработали. Ну, мы старались очень. Это была разминка перед 8 марта такая.